у диконов, во всяком случае, в мужичке ничего плохого с ними не произошло. Вот. То есть там нормальный такой процесс обучения шел в космосе. Как видите, они очень хорошо и обучились. Что касается мышей, поскольку мужичок мышей тоже в этих руках, вот, мы посмотрели, там дело обстояло немного хуже, потому что ряд клеток оказался с такими более серьезными нарушениями. Ну тоже это нельзя сказать, что ужас, ужас, ужас. Тем более, что это подтверждено экспериментами, в конце концов, там, за 7 дней реадаптации мыши приходили в норму. И что интересно, опять-таки, у мышей, у них вот сходные, как я сейчас докладывала, изменения в мозжечке, они наблюдались не только в группе полета, но и в группе вот реадаптации, когда поведенческие тесты проходили, и больше того, в группе синхронного контроля, где они тоже там же этим занимались. Но это данные такие предварительные, пока что не известно. А вот нет ли, не делали вы такой эксперимент и с мышами, и с гекконами, чтобы не умерщвлять их сразу по прилету, а оставить их жить какое-то время? Да, 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 я вот именно про это пытаюсь сказать. Дело в том, что вот, к сожалению, не сказал Евгений Александрович, что вообще бионты это был один из первых экспериментов, вообще первых, где мыши еще 7 дней переживали на Земле. И только потом, после того, как проводили всякие поведенческие тесты с ними, их, собственно говоря, подвергали эвтаназии. Понятно. Вот, морфологии клеток по кинье, процессе, вот такой вот нагрузки и все. Скажите, какие изменения в субклеточных структурах были наиболее характерны? Вот что вы можете сказать, что там, мембраны там, вот что? Мы электронную микроскопию не делали, чтобы так сказать. Вот. Это были более ранние работы Игоря Борисовича Краснова из НБП, но он смотрел крыс, а не гекконов. По его данным, там было, соответственно, не все очень хорошо. Вот. Например, там уменьшалось, насколько я помню, цитохром оксидаза, вот, что свидетельствовало о том, что вот у этих крыс, которых он смотрел, там всякие не очень хорошие процессы происходили. И он их связывал с тем, что уменьшается нагрузка на вестибулярную систему, и, соответственно, вот такие происходили клеточные изменения. Клеточные мишени так трудно само делать. Ну, конечно, так сложно. Но в основном, вот то, что я там показывала, там идет увеличение экспрессии белка, да, если, соответственно. Но это репарируется как-то? Да, да, да. Это... Этими же клетками? Да, этими же клетками. Это функциональные, какие не специфические изменения. Мужичок, это ведь центральная часть анализатора. А вы периферическую саму смотрели, вестибулярный орган сам? Вот как канальцы, статолиты с камерой, вот там же. Пока что не добрались. Оттуда же все идет. Может, изменения в мозжечке вторичны как раз из-за изменения афферентации от самого периферического. Конечно, конечно, это мы все понимаем, но сфера моих интересов, я про нее докладываю, это мозжечок. Это тоже будет смотреть, и это очень часто смотрится. Ведь статолиты очень просто посмотреть, и там на них будут сразу изменения видны, если что. Спасибо. Ну, вообще они такие достаточные животные. Но они могут плавать, я думаю, но вы специально их не кидаете. Могут плавать многие, а в воду это охотно. Рептилии. Ну, это рептилии, они вот действительно они такие засушливые регионы. В общем, я, честно говоря, не знаю. Воду неохотно. Это грибные движения, для них это новые. В репертуаре движения. Ну да, они обычно в засушливых каких-то районах. Те, которые, так сказать, спокойно плавают и любят воду, таких-то пробуют. Нет, для которых плавание нормальное. Да, кстати, интересно. Это да, интересно, но это тоже вопрос не ко мне. Были эксперименты с тритонами. Да, с тритонами. У них репертуар движения очень бедный. Репертуар движений, как они плавают. То есть кто-то плавали в этом вот? Они другое не могут делать. Они другое не могут делать. Они и ходят-то как плавают. Кинограмма движения такая.